А, все, поехали. Так, прикрутили тягу, пробили штифтик за подлицо. Вот здесь вот должно быть ровно. Подожди, еще показать. Ну да. Так, начинаем шаманить. Одеваем колесики. И теперь мы на каретку одеваем корпус, не переворачивая. То есть заправляем щелочку. Вот. И пытаемся попадать. Так, где там окна? И заправили вперед. Так, дальше. С самого начала надо поставить вот эту вот пружинку, ну, которую вы не потеряли. Так, ставим. Обязательно убедитесь, что она встала ровно. Потому что ну все, ровно. Так, дальше начинаем сборку ушей, так называемых. Задвигаем щелочку. То есть удобнее собирать, когда вот здесь вот распущено все. То есть немножко отведите назад. Заправили. Можно отпустить фиксатор верхний. Никуда не денется. Так, где моя? Вот она. Придумайте что-нибудь. Вот у меня такая вот штучка. Вставляем между витков. Она держится. И, ох, сидя удобней. Заправляем туда, где она должна быть. Вот. И ловим отверстие. Чуть-чуть прошло туда, можно вынуть фиксатор. Ой, фиксатор, мой девайс. И туда его отправить. Все, затягиваем. Сразу может не получиться, не отчаивайтесь. Подтягиваем так, аккуратненько. Ну вот, вторую часть вставляем. Ну, собственно, то же самое. Опять-таки, между витков. Туда. Сверху, Сань, возьми с самого верху. О-о-о. То есть вот пальцем мы должны сделать ровно. Подтянули. Все, самое сложное позади. Дальше проставочку.
Собираем зад и перед. Ну, перед. Попадаем. И зад сводим вместе. И потом забиваем два штифтика с той стороны. Дальше. Ну, возвращаем рамку. Резиночку сюда. Не рекомендую одевать на досылатель, потому что может защемить. А так центруется хорошо. Опять-таки накладываем и совмещаем. И движением пальцев как-нибудь вот так вот, пошатывая влево-вправо, совмещаете. Все, задвинули. Так. Вот, если здесь чувствуете шероховатость, видите, не сошлось немножечко, да? Я делаю как? Крючком наставляю и просто утапливаю. Все, гладко становится. Эти винты без фанатизма тяните. Так, коснулись, немножко подтянули, и все. Потому что бывали случаи, что закусывало. Именно почему-то эти. Так, дальше ствол. Обязательно заходную фаску, да? Ну, я думаю, все знают. Так. Вот. Дотянули до конца, до самого. Почувствовали, что уже все, резьба стопорится. Теперь мы центруем. Только ваш глазомер. То есть меряем планку и вот эту вертикальную перегородку. И два отверстия боковых. То есть прямое 90 градусов. Выровняли, чуть-чуть поджали. И уже можно дальше стягивать на стволе, на столе. Гарантированно ничего никуда не повернется, уже сколько винтовок собрано, ничего не поворачивается, можно затягивать. Ну, момент не скажу. На руку надо. Все, дальше у нас можно поставить резервуар. Но девайс я все равно одену. Даже без модератора. Вот. И также оттягиваем назад и роняем. Затянули. Я так пошатываю, чтобы клин ровно встал. Так, и модератор. Тоже, видите, да? Щель есть. То есть не потрется ничего. И все, и верхнее колечко проверяйте. Дальше.
можно теперь спустить с предохранителя и со взвода. Обязательно в заднем положении снимаем. Все, осталась только финальная часть.